К сведению родителей несовершеннолетних, в Ноябрьске изменилось время, ограничивающее пребывание несовершеннолетних на улице. Комендантский час теперь объявлен с 11 вечера до 6 утра. В этот промежуток времени подросткам запрещено находиться на улице, а также в заведениях увеселительного характера без сопровождения взрослых. В противном случае родителям несовершеннолетних придется заплатить штраф до 2000 рублей. Комендантский час, он действует в настоящее время. Комендантский час у нас наступает с 11 часов вечера до 6 утра, при котором запрещено также появляться детям до 18 лет без сопровождения родителей в любом общественном месте, на улице, в подъезде, в лифте, вообще где-либо запрещено без сопровождения родителей. Ни бабушек, еще раз подчеркну, ни дедушек, ни братьев, ни сестер, а именно родителей. За что тоже предусматривается административная.